Всем привет! Для тех, кто впервые на моем канале, давайте познакомимся. Меня зовут Светлана Никичук. Я спортивный диетолог, нутрициолог, автор проектов по коррекции веса и восстановлению здоровья путем правильного питания. Мой опыт в сфере коррекции веса уже 20 лет. Кстати, ссылку на пробную неделю курса по коррекции веса «Нутрициологика» я оставила под видео в описании. Уже в ближайший месяц вы можете пройти эдакий тест-драйв и увидеть, как работает сбалансированное питание и как это худеть с личным сопровождением диетолога. Ну а сегодня у нас с вами актуальная тема для многих. Говорим про отеки. Топ самых частых причин отеков. В конце видео вас ждет подарок. Отеки – это избыточное скопление жидкости в внеклеточном пространстве и в полостях организма, в результате чего изменяются физические свойства, объем, эластичность тканей и нарушаются их функции. Это ухудшает не только наше физическое состояние, но и внешний вид. Многие пытаются избавиться от отеков с помощью выведения, казалось бы, лишней воды из организма. Но важно, что всегда проблему нужно решать сначала, а не бороться с последствиями. Что же делать точно нельзя? Пить диуретики, решать проблему с помощью препаратов для выведения жидкости из организма. И ни в коем случае не делайте этого. Причина номер один – много быстрых углеводов, или другими словами, сахара в питании. Молекула глюкозы притягивает 4 молекулы воды. Убирайте все сладкое из рациона, и вы увидите, что утренние отеки ушли. Причина номер два – много соли в рационе. 1 грамм соли связывает 10 грамм жидкости. Если вам кажется, что вы не едите соль, возможно, она есть скрытая в полуфабрикатах, которые вы покупаете. Уберите из рациона все продукты из пищевых веществ – колбасные, мясные изделия, консервы, снеки, фастфуд – и вы увидите, что отеков стало гораздо меньше. Причина номер три – дефицит воды в организме приводит к задержке любой жидкости. Пейте норму воды. Универсальная рекомендация – пить 1,5-2 литра воды в сутки. Правила употребления воды такие – пейте понемногу, каждый час. По одному целому стакану можно выпить залпом перед каждым приемом пищи за 20 минут. Причина номер 4 – мало движения. Застой лимфы часто связан с тем, что мышцы не работают. А ведь именно они помогают лимфатической системе циркулировать. Какое решение? 10 тысяч шагов в день полностью решают проблему с лимфатическими застоями. Установите на телефон приложение «Шагомер», и ваша ходьба превратится в интересный квест. Кстати, на этом видео я подробно рассказала, зачем ходить именно 10 тысяч шагов. Причина номер 5 – лишний вес. Возле одной молекулы жира скапливается 4 молекулы воды. Потому, снижая вес, мы видим, как сильно уходит вода. И как только вес возвращается в норму, отеки полностью проходят. Конечно, есть и другие причины. Заболевания сердца, почек, гормональные нарушения. Но прежде чем ставить себе диагнозы, проверьте эти 5 пунктов. Исключили ли вы эти причины отеков? Напишите в комментариях, какая из причин у вас провоцирует застой жидкости. Ну и обещанный подарок. В описании есть ссылочка на телеграм-канал, в котором я много рассказываю о здоровье, питании и исследованиях. Переходите по ссылке, и вам придет в подарок чек-лист с рекомендациями, как избавиться от отеков. До встречи в следующих видео.